იყო და არა იყო რა ხვთის უკეთესი რა ქნებოდა იყო შაშვიმგალობელი ქრისტე ჩვენი მწყალობელი ერთ პატარა ქალაქში ცხოვრობდა ერთი პატარა ბიჭი რომელსაც უნდა ესწავლა ფრენა ამისთვის მანამ არჩია ყველაზე მაღალი შენობა რომელიც იყო ფუნიკულიორის თავზე სატაციო ანძა ავიდა გადმოხედა ქალაქს და თავისთვის ჩუმახვა რა მასეთი ყოფილაკი და ნაცეს ქალაქი და ხუჭა თვალები ჩაის მქა ღრმა დაითვალა ერთი ორი და უცებ ვიღაც შეეხო შენობა მისინი გამოხუცი ქალი ჩვენ ახალჯერ გასაფრეალის ზაგუთვა ქალმა ფრენა რომ ის სამოსაჭირო მიიღო ყველას გაპატიება და გან თავისუფდა მათი ფიქრებისაგან. ბიჭი დაბრუნდა გულგატეხილის სახლში და დაიწყო პატიების შეგროვება, როცა ციფრი შესრულდა ბიჭს გაახსენდა ის პატარა ქერათმიანი დედოფალი, რომლის დანახვაზე და ცხოველთვის სუნთქვა ეკროდა და რატომ ხალხს გადაწყვიტა მისგანაც პატიების აღება. მივიდა ბოდიში მოუხადა ყველაფრისთვის და უცებ როგორ მოთხრა არა მე შენ არ გპატიობ არაფერს. ბიჭმა დაბნეული შეეკითხა რატომ მე შენთვის რა მიქნია სულ. Мне очень нравится название передачи «Золотой гребешок», потому что гребень у меня ассоциируется с панковским гребнем, а во-вторых, гребнем иногда называют моего близкого друга Бориса Гребенщикова. Да, это на самом деле правда. Моя бабушка, известная русская киноактриса Татьяна Акуневская, была замужем за бильским гражданином, уроженцем Тбилиси, Варламовым, а как их звали в Грузии, Варламишвили. Так. Их сестра, единственная оставшаяся из их поколения в роду, можно сказать, последняя из моих бабушек, кроме Акуневской, тетя Аля, на диване до сих пор живет и здравствует в городе Тбилиси. Я передаю привет и всей ее замечательной семье. Начиная с 80-х годов, сюда повадились ездить мои друзья, тогда еще совершенно никому неизвестные рок-музыканты Виктор Цой и Алексей Рыбин, первый состав группы «Кино». Группа «Аквариум», которая здесь давала концерты просто, даже электрические, включая гитары, какие-то местные усилители. Группа «Звуки Мув», в которой я сам играл на басу, и лидером которой был мой сосед Петр Мамонов и его младший брат Алексей. Вот здесь же пела Жанна Агузарова, ныне ушедшая вновь в андеграунд. Вот, к ее чести. Здесь пела и песни замечательный русский рок-бард Александр Башлачев. А еще раньше здесь давал концерты Владимир Высоцкий, пела вот за таким же пианино. Теперь это другое пианино. Алла Пугачева еще до своего успеха в «Арлекино». То есть это такая квартира, где всегда любили музыку и сами ею занимались. Ну, я люблю повторять фразу одной моей воспитанницы в панк-роке. Ее зовут Лена Чеботарева, сейчас она живет в Лондоне. Замужем за Ником Хопсом, известным музыкантом и продюсером. И когда ее на пресс-конференции финские журналисты спросили: «А что вы думаете, как будет развиваться советский рок дальше? Мы так его любили в 80-е годы». Сказал очень верную фразу. Лучше никто не сказал. Сказал: «С моей точки зрения, советский рок умер вместе с Советским Союзом». Практически все ведущие группы Москвы и Петербурга имели контракты. Это была мода. С гибелью Советского Союза это все закончилось. Это была перестроечная мода, да. Я уверен, что дело тут не в размерах страны. Известно, что в рок-музыке огромных успехов достигли очень маленькие страны, такие, например, как Ямайка, да и много других, Ирландия, Шотландия, масса. Главное это в том, как человек себя сам ощущает. Так что сам Бог велел такой, ну, на мой взгляд, одной из самых наиболее развитых в музыкальном отношении стран, как Грузия, занять свое достойное место в современной музыке. Здесь нужны контакты, и вот такие люди, как Выладу, должны их налаживать. Большое спасибо за такую высокую честь. Ну, помнишь, у Генри был рассказ «Дороги, которые мы выбираем». Это каждому по вкусу то, что он делает. Я не помню о Генри, но я помню Горького мать.
Так что давай еще раз выпьем за русско-грузинскую дружбу. Конечно, ничего случайного в этом свете не бывает вообще. Что-то, наверное, в наших с тобой внутренних биографиях, то есть в нашем с тобой внутреннем развитии, что-то, наверное, есть очень серьезное общее, что позволяет нам практически все время соприкасаться. Альтернативное искусство вообще может существовать и существует в тех странах, которые и хорошо развиваются, в тех странах, которые экономически очень-очень развиты. Потому что тогда государство, богатое государство, может позволить себе содержать некоммерческое искусство. В тех же странах, которые развиты не очень хорошо, некоммерческое искусство практически не существует. Или находится на таком подпольном уровне, что узнать о нем очень трудно. В этом смысле Москва находится как бы между двух огней. Я еду к море! Я еду к море! Хороша ли эта ситуация или нет? Трудно сказать, на самом деле. Но мне кажется, что в каком-то смысле, может быть, даже и хорошо. Потому что уж если кто-то продолжает здесь играть альтернативную музыку, то значит, это действительно преданный человек этой идее. Легко играть рок-н-ролл, когда тебе 20 лет. Это все естественно, это все очень просто. Это не требует никаких усилий, почти никаких. Это все достаточно ярко, красиво и радостно. Я уволился с работы, потому что я устал. Но когда тебе 30 лет, 35, потом 40, потом 45, потом 50 и так далее, вот тогда-то и начинается нечто серьезное происходить в твоей голове. И ты реально начинаешь понимать, а достоин ли ты этого пути? И вообще, выдерживаешь ли ты его? Соответствуешь ли ты ему? Или ты выбрал не ту профессию себе? Искусство — это ведь такая штука, с ним нельзя лукавить. А это я курил махорку, а теперь простой табак. Это фестиваль наш, который называется «Учитесь плавать», вот, который я сам придумал по названию передачи, которую я уже 6 лет веду на радио «Максимум». Это фестиваль, который уже будет проводиться в
в этом мае четвертый раз. Он в основном существует для того, чтобы поддерживать молодые группы, пытаться им как-то помочь выйти в более широкой аудитории, приглашать какие-то интересные западные группы, которые могли бы показать здесь свой уровень, ну скажем, Rage Against the Machine, Rollins Band, Biohazard. И кроме этого мы осуществляем еще такую идею выездных фестивалей. Лидер московской группы Вабан, я желаю вам счастья, ребята, и очень вас люблю.